Итак, под ваши аплодисменты я представляю бойцов. Бойцу в синем углу клетки 33 года. Его вес 84 килограмма, его рост 178 сантиметров. Он является призером чемпионата России по комплексному единоборству и кикбоксингу. И имеет профессиональный рекорд 7 боев, 3 победы и 4 поражения. Из Красноярска Геннадий Карнаухман! Его оппонент находится в красном углу клетки. Ему 23 года. Его вес 84 килограмма, рост 175 сантиметров. Он имеет профессиональный рекорд 5 боев, 2 победы и 3 поражения. Из Иркутска Всеволод Ерешко! Инструктаж от Никиты Мейсина. Начинается очередной бой. Но я как одноклубник спортсмена из Иркутска Всеволода Ерешко буду болеть за него. Знаю его очень хорошо, очень волевой спортсмен. Тренируемся мы с ним бразильским джиу-джитсу. Сейчас у бразильского чемпиона мира среди черных поясов Клейтона Несименто. Ну, я думаю, он и будет показывать борьбу хорошую. Первый размен, Всеволод наносит первый удар в этом бою. Сева решил работать первым номером. Отлично чувствует дистанцию Всеволод. Уходит от серии ударов Геннадия. Очень аккуратно работает Сева. Кстати, в предыдущем бою он выступал. Попытка тейкдауна. В категории 77 килограмма. Сейчас он выступает 84 килограмма. Ну, я считаю, это все-таки более его категория. 77 ему приходилось много веса гонять, конечно, это сказывается на. Когда он остался за Севой, да, он занимает Сева позицию сайд-контроль. Доминирует. Попытка колено выйти на животе, фулл-маунт. Выход фулл-маунт. Ну, добивание, стандартная ситуация. Я думаю, бой будет остановлен, потому что партер это не сильнейшая сторона сейчас Геннадия. Он подожмет его к сетке, скорее всего. Мало Геннадию, конечно, просто прижиматься, нужно активно действовать. Времени до гонга еще достаточно много, как минимум, мне кажется, минуты три. Севе сейчас торопиться некуда, можно потихоньку пытаться отрабатывать, делать свою работу. Пока хорошо защищается красноярский спортсмен. Ну, Сева, я думаю, не даст ему уже здесь уйти, все, это однозначно. Все-таки базовый борец. Бразильская джиу-джитсу – это позиционная борьба. То есть контроль – это самое главное, что закладывается. На мой взгляд, поэтому Геннадий предпринимает плохие попытки выйти. Потому что прижиматься – это просто лечение симптома. Вот сейчас вот, правильно вот было, сейчас, да. Вот сейчас, да, отличное попытка действие от него. Оттолкнуть таз, вставить восстановил колени. Восстановил хавгард. Я думаю, сейчас, ну да. Сева снова восстанавливает фулл маунт. Сева легко обошел ноги. В принципе, ничего катастрофичного для Геннадия не происходит. Все, локти. Он не принимает сильный ущерб, он хорошо блокирует удары. Здесь, конечно, локтями на Севе больше работает. Сева, мне кажется, может хорошо так подустать. А чем больше будет Сева уставать, тем больше шансов у Геннадия выйти из этой позиции. Вот как он сейчас это все и делает. Сева снова оказывается сверху. Геннадию тоже приходится нелегко. Вот, чтобы он не мог дышать, это все правильно делать Сева. Опять фулл маунт. Снова Геннадий защищается снизу. Попытка добивания. 90% ударов Севы приходится в защиту Геннадия. Но, как мы видим, все равно он причинил ему хороший ущерб.
Треугольник. Попытка треугольника сейчас будет. Сейчас. Пока там нет особо крепкого замка. И, кстати, можно спокойно душить, так, когда рука за спиной, ничего. Сева, видимо, просто... Да, по-моему, сейчас Сева подтянул замок. Да, плотности замка нету ногами, поэтому треугольник пока не пойдет. Нужно убрать... Ой, как мы видим, сильное рассечение у Геннадия, очень сильно, весь Сева в крови. Да-да-да. Это может очень сильно сказаться в бою. Вплоть до снятия, да. Работает Геннадий локтями. Сейчас будет. Как мы видим, Сева не дает особо поработать своему сопернику. Неприятный удар локтями наносит Геннадий. Ну, концовку Геннадий забрал, конечно. Не знаю, кому-то стоит отдать раунд. Итак, ваши громкие аплодисменты, окончим первый раунд. Я думаю, все-таки раунд за Севадом. Ну да, во-первых, рассечение, во-вторых, ущерб, да, более ущерб нанесен. И все-таки стойки Ерешка. Ударов чуть-чуть, да, больше. Да, и нанес, стойка была, и доминирование в партере все-таки за Сева было. Ну, да, концовку, конечно, немного отдал, но это буквально там последняя минута. Сейчас нужно врачам потрудиться. Владельца Audi с госномером N027AT убрать автомобиль. Он мешает проезду. Большая просьба автовладельца автомобиля Audi с номером M027AT убрать автомобиль. Он мешает проезду. Врачи трудятся над рассечением Геннадия. Очень важно сейчас, чтобы оно у него не усилилось. Сева, мне кажется, будет правильно с его стороны, если он будет пытаться наносить удар именно в эту сечку. Да, можно воспользоваться с этим случаем. Да, максимально, рассечением, да. Максимально осложнить. Пытаться атаковать сопернику в это же место, чтобы в итоге врачи остановили поединок. Тоже такой тактический ход может быть. Ну, посмотрим, как дальше Сева себя поведет. Итак, под ваши аплодисменты, Иркутск, начинается второй раунд! Сейчас очень много будет зависеть от функциональной подготовки бойцов. Ну, Сева практически не видно отдышки. Ну, Геннадий подустал. Ну, больше потому, что Сева отдыхал все-таки между раундом, а Геннадию оказывали медицинскую помощь. Да, то есть не давали восстановиться. То есть, что? Секунданты в этот момент не могли подойти там. Вот попытка прохода работает от Геннадия. Сева все видит. Может быть, попробует сделать гильотину. Да, это он и пытается сделать. Мне кажется, сейчас будет... Сдача! Все, сдача!